гляди, здесь путь кончается. Вот! Лесные деревья не расступаются. Как же так? А ведь мальчик Петя... Да-да-да, и девочка Катя, ну очень хорошая девочка. Вам все правильно рассказали. Да только вы все неправильно сделали. Как? Ну вот они как говорится. Если мы ночью в лес пойдем. Да-да, мы пошли. И всех, кого встретим, с собой позовем. Да-да-да, мы всех-всех позвали. Меня надо позвали. Зайца позвали. И Мишу позвали. Да-да, так вот, а дальше? 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 Да. И на праздник пригласим. Ой! Ой! Вот, кто-то же что, ой! Про приглашение-то вы забыли. Забыли! Да, потому что вот городские. Вот, вот и придется вам назад топать. Ну как? Зайца приглашать, медведя, вы, конечно... Да, куда? Тут зайца приглашать. А куда? Это не страшно. Заяц! Как хорошо, что ты пришел! Приглашаем тебя на снежную полянку! Новый год встречать! Ой, вот спасибо! С большим удовольствием! Ну вот! Ну что вот? Все равно придется назад копать. Медведя приглашать. Ой, гляди, при мне. Зачем же топать? Это неправильно. Медведь к вам сам пришел. Вот. Дорогой медведь, Мишенька, приглашаю тебя на снежную полянку Новый год встречать. С большим удовольствием. Ну вот, мы всех пригласим. Да. Спасибо, какой. А это тоже неправильно. Ну, конечно. Многоуважаемая, распрекрасная ворона. Кар. Дорогие ребята, приглашаю всех-всех на снежную полянку Новый год встречать. Thank you.